придут, там бросят и все. Так не будем знать никому что. Так. Вадим, будьте кимоно. Есть кимоно? А мой день. Да. Вот эти брат встали. То же самое. Вы должны будете потом сами покупать. Это я пока даю. Вам вода, потом история закончится. А горшка нет у меня. Что вы тут не пугаете?
Руслан, одевайтесь. А, вон там кимоно есть, одевайте куртку. Андрей, я сказал, там где куртки не садитесь, дайте мне 50 куртки. Маску надо сюда поставить, наверное. Есть у тебя мобильный, нету? Есть. Там, да? Да. А там закрыто? Да. Хорошо. Отключите, да? Нет. Отдайте это, мобильный мобильник. Куртку. Посмотрите, эти две куртки. А подождите, не трогай. Вот большая отойди, а ты отойди. Нет, у меня вчера была маленькая для меня. Сейчас. Возьми, попробуй. Иди сюда. Поехали, мы быстро сели сюда. Вашего только мобильный телефон. Вот это гантели мои личные, вот эти столы мои личные, вот эти куртки мои личные, велосипед мой, деньги мое, деньги мои, мои. Так, значит, сейчас, кому девочки стали? Руки вперед. Значит, вы когда будете начнете заниматься, то вы себе купите форму и вот эти вот, можете опустить его, держи, вот это должно быть вот здесь, рукав вот здесь кончается,
Когда вы купите новое кимоно и постираете, оно у вас сядет и будет вот так. То есть поэтому кимоно надо покупать новое. На 5 сантиметров длиннее, чтобы когда вы постирали, оно село. И стирать 40 градусов, 30, да. Значит, еще раз поставьте ручки, я посмотрю. Ты отдай вот это, вот эту куртку, отдай ей, это я знаю, что проверю. Отдай, она больше. А для тебя маленькая, ты ей дай. Мы опускаем ручки. Нормально. У тебя чуть-чуть, потом я тебе дам, ты постараешься растянуть. Или будешь снова нормально, более-менее нормально. Хорошо. Сейчас посмотрите внимательно. А ну-ка, вот так, да. Смотрите. Сейчас стараюсь очень длинные веса. Больше делать. Значит, у нас пояс. Раз, два, три, четыре. Четыре пояса. Вот. Возьми все пояса. Все пояса возьми. Смотри. Там синий есть, да? Синий не давай. А вот, хотя синим его задел. Значит, бойцы встали. Кто, у кого пояса есть, брюки есть, ошибаться. Вот эти. Сейчас покажем ручки вперед. Первую очередь директора. Увидели?
слово он приносит. Не надо вот этого. Ты, смотри, ты учишься, у тебя есть учителя. Видишь учителя? Поздоровайся. Учитель тебе тогда вспомнит. А, Андрей со мной здоровается. Все не здороваются, а Андрей здоровается. Не поставлю я ей семерку, поставлю лучше восьмерку. Нет, а так как ты бегаешь мимо и не здороваешься, поэтому каждый учитель помнит. Еще раз, если я узнаю, или мне кто-то скажет, что вы не здоровы, есть? И вот там Донна Елена выступала. Она выступала с ребятами здесь, которые меня тренировались. Она говорит, Сергей Анатольевич, она же была просто учительница, а потом стала директором. Если вы вот так завяжете, а, или вот так можно. Вот некоторые еще так завязывают, вот так. Не больше. Показывают, как завязывать. Самый легкий способ, когда вы научитесь, то, что вам показывают второй способ, так как завязывают уже мастера спорта. Я показываю, как новички. Встали. Встали. Сняли пояс, взяли вот так. У кого маленький пояс, мы поменяем. Вика, чуть-чуть туда подвинься. Вот смотри, вот как эту девочку зовут, я не знаю. Да, еще раз. Николета. Николете нужно другой пояс. Два пояса нужно. Нормально. Пока нормально. Мы попробуем. Если будет маленький, мы дадим. Вы, я думаю, можете поменяться даже. Нет, если тебя длинный, лучше с ней поменяться. Попробуй. Посмотрите внимательно. Пояс. Середина, животатель. Да? Мальчик. Мальчик. Смотрите, запахнули. Раз, два. Середина. Пузо. И вокруг. Оп. Два. Видите, оно пришло вот сюда. Что дальше делаем? У вас нету пионерского галстука. Вы не знаете, кто такие пионеры. Мы родились не в то время. А мы были пионеры. Мы галстук все время носили сразу. И завязывались. Были октябрята, вот маленькие, до 5 до 4, да, потом пионеры, потом комсомольцы. Теперь смотрите. Ставлю раз и сверху два. Вот. Раз, два. И тот, что снизу поет. Снизу сразу за два. За два. Вот. Оп, видите, да? И потом еще раз на уровне. Оп. И все. И получилось это. Слушай, посмотри, пожалуйста, у меня. А, нет, посмотри, у девочек, а я у мальчика. Посмотрим. Стоп, иди сюда. Круг-круг-круг. Посмотрите внимательно. Девочки, Петя, поехали. Петя, поехали, посмотрите. Видите? Какой? Да? На соревнованиях не разрешают. Значит, мы что сделаем? Снимай пояс, вот себе другой посмотрим. Раз, два, да? Вот. Теперь берешь и тут сейчас снизу. Сразу задал. Оп. Оп. Все, подожди. Кто залежал пояс, может сесть. Скажите еще раз. Вот молодец, умница, но он будет развязываться. Раз, и еще раз. Хорошо. Так, ей другой надо. Нет, ей другой. Нет, ну давай тогда посмотрим. Да, положили сюда на шею. Подходи сюда, сюда, подходи. Да. И вот сюда. Девочки встали. Девочки, как встать по левой руке?
Помогай. Склад. Индикация. Запомнил. Так, пояса сняли, положили вот так, какие я нашел. Развязали пояса. Развязали пояса сверху. Так, давайте мы сделаем по-другому. Девочки, идите туда, мальчики, а вы сюда. Там больше места, здесь меньше. Поменялись. Девочки, встали, предикатывали. Итак, пацаны, смотрим на меня, стоим. Девочки, встали. Подойдите. Сейчас мы посмотрим, какая команда быстрее сделает, мальчики или девочки. Пояс завязать. Приготовились, пояс завязали. Кто первый, девочка или мальчик? Кто первый завяжет? Так, и вокруг. Все. Вокруг. Андрей, ты разыграешь? Все, все, все. Что все? Все. А еще Михаила? Андрей, подойди. Помогаем. Ты правильно завязываешь? Я один раз возьму. Еще вот еще нет. Все. Еще нет. Помогай, помогай ей. Да, помню. Что можно? Что Что? Матея? Матея? Команда Матея, стоп! Значит, время вышло. Ни вы не выиграли, ни вы не выиграли. Пояса развязали. Развязали пояс. Поставили на шею, приготовили. Сейчас снова будем завязывать. Так, желтый пояс. Желтый пояс, пошел. Дайте сейчас. Дайте я пояс. Попробуй вот это. Посмотрим, подойдет сейчас. А мы попробуем вот это. Пожалуйста. Так, приготовились. Хоп! Завязали. Раз. Два. Ставим до 30. Три. Четыре. Все. Пять. Шесть. Семь. Восемь. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Значит, 30. Обе команды. Сейчас до 20 считают. Развязали пояс. Пояс развязали. Внимание. Отсюда. Пошли. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. 12. Старайся видеть, что это не да? Девушка, здорово. Девушка, здорово. Девушка, здорово. Девушка, здорово.
Не, не до тебе, до душ. Я тебе повешу так. А сам я упакую. Так, сняли, сняли пояса. Сняли пояса. Да, за 10 секунд. Так вы сейчас куртку снимите и еще брюки снимете. А что вы хотите, чтобы я вас... Все, давайте, можете знать. Я что, мама вам? За 10 секунд! Мать Тереза вам? За 5 секунд! Снимай, снимай, снимай! Давайте! Снимай! Приготовились? Сейчас я проверю. Так. Ох, смотри. Все! Правильно. Правильно. Неправильно. Посмотри. Все, не надо помогать. Хорошо. Так. Матвей. Так. Дан ко мне. Андрей, Вика ко мне. Руслана ко мне. Нет, нет, спасибо, я перепутал. Ко мне. Значит, вот здесь ставьте рядом. Значит, вы, молодой, берете вот эти четыре. Здесь круг. И ты разминку проводишь. Хорошо? Сегодня кто? Что сегодня делаем? Во-первых, мы должны сдать, чтобы попасть в нашу группу открыли, нужно сдать тест. Идет директор. Мы должны попробовать. Чтобы, мы не обязательно должны супер сделать, но попробовать, чтобы спокойно сделать. Да, чтобы мы не опозорились. Вы, Вика, идете сюда, круг. И здесь я вам даю Жасмина, прошу сюда. Михаила, сюда. Не-не-не, я не. Ты можешь сидеть, можешь сидеть. Все, ты можешь сидеть. Все, ты будешь просто сидеть. Все. Просто сидеть. Так, вы вчетвером идите сюда. Руслан, здесь. Вы разминаете здесь, вы разминаете сам. Ты разминаешь, и ты разминаешь. Все, пошли разминка. Так, а тебе нет. Ты можешь идти домой. Иди сюда. Минута. Вот сюда, встань. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Кто? Матвей. Значит, внимание сюда. Видите, сколько людей, да? Я не могу каждому делать то, что он хочет. Если вы пришли на тренировку, я тренер. Все, что тренер. Думаю, Юрий тоже тренер. То есть мы втроем. Наш слово закон. Сказали, сделали. То есть нет, у вас не должно быть такого. Я хочу, я не хочу. Мы сказали, вы сделали. Вот когда вы после того, как сделали, вы можете после тренировки подойти, сказать, Сергей Анатольевич, вот я хотел бы то-то, то-то и то-то. Я вас очень прошу. Потому что я не люблю. Вот видите, да, призер Олимпийских игр по борьбе с дзюдо. За 4 года я бы не сделал ни одного замечания. За 5. Я сказал, Сережа, 100 бросков. Поклонился, пошел сделать. Сережа, борешься здесь. Вы тренируетесь одну тренировку, он две тренировался. Две подряд. Когда была разминка, второй тренировки, он отдыхал, я ему сделал место, он мне в тренерской отдыхал. 20 минут, потом выходил, разминался, дальше работал. Я говорю, Сережа, с ним борешься, он борется. Сережа, с ним борешься, борется. Сережа, 50 бросков подхват.
Он все делал. Поэтому я прошу, прошу вас, или сюда становишься, и больше со мной не стоит. Все, хатуна, пошли разминаемся. Хорошо, хорошо, пошли. Что делаем? Скакалка. Раз. Два. Да, делайте, и я еще раз напомню. Обязательно начинаем кисти. Вы будете проводить, Дональд Малфан скажет, пожалуйста, ваше упражнение. Мы сразу скажете. Разминаем кисти, разминаем локти, разминаем плечи, вращение. Смотрите еще раз. Раз, два, три, четыре. И на пой. Уну, дой, три, падай. Вперед. Уну, дой, три, падай. Четыре вперед, четыре назад. То есть по четыре. Да, повороты. Раз. Наклоны. Вращение туловища. Наклоны. Вперед. Мельница. Разминаем колени. Это все упражнение по 15-20 раз. У вас чуть-чуть сюда поднимите, пожалуйста. Вот так. Вот. И делать красиво, особенно девочки. Нет, стоечки, пока стоечки, пока стоечки. Еще две минуты стоечки. Так. Так, сегодня я купил. Попробовать. Надо единственное ок, это единственное, что там не обязательно. Я просто могу, я могу просто меньше сделать. Нет, если она большая, накручивать. Если нет, то. И здесь, наверное, надо еще это, скотч и внизу сделать чуть-чуть, когда он тяжелее будет. Раз, два, раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, четыре, четыре, пять, шесть, семь, восемь, отлично. Хорошо. Так, а теперь у меня такой вопрос. Страховку помните вчера? Да, все. Делайте шаг вперед. Шаг вперед. Левините. Пасы наите. Итак, делаем вечевой страховку назад. Пожалуйста, ребят. Пошли. Уну. Двое. Три. А теперь разогреваемся внизу. У тебя есть тренер. Да, тренер есть. Пошли в партере. В партере, пожалуйста, да, в партере. Если вдруг вы знаете это упражнение, подсказывайте друг другу. Вот так. О, стоп, смотри, посмотрите. Как у нас страховка? Либо румын. И мадбекер. Импресария это лучше. Асигурая, правильно. Асигурая и наите. Еще раз падаем вперед. У меня примируйся обязательно. Оп, ложимся на живот. Пошли. Здесь чего? Уно. Вот они делают. Трое. Пошли, пошли. Три. Патру. Четыре. Дети, стоп, а сейчас самая тяжелая страховка. Вика, высокий паркер, перекат вправо-влево. Смотрим. Оп.
Пошли, дети, сколько здесь идет? Вперёд!
Ова. А ну что, Диня, мальчики, положили скакалки, ушли. Пуня. Я за ухо. Пуня кварта. Петя, чем спиздечевой? И кто сделал уходит? Лицом ко мне, лицом ко мне. Еще раз объясняю, снимай. Ну, если будет там спиной, просто не видно, кто же это сделал так хорошо? Кто же это сделал? Отживе, честь друзья, чего? Отживе. Кто с телом уходит? Каскалку оставляем, каскалку оставляем. Хорошо. Боец. Прошу. Боец. До узде, чувак. Боец. Сюда. Готовы? Отжимаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Что ты сделал? Девять. 10. Так, пацаны, сейчас нет, вы мне даете скакалку. Все скакалки нет. Нет, не так. Вот смотрите, чтобы середина была, середина. Чтобы я все скакалки вот так вот повесил. И садитесь сюда. Смотрите, там еще скакалки есть. Все, я вот что такое. Так, значит так, сейчас. Сейчас, мои дорогие. Вика, Гуля, еще раз, дай боец, то же самое, самое главное, это кувырок, друзья, это страховка. Значит, стоите, делайте шаг, да. Делайте шаг, руки ставите, такое же расстояние, голову убираете, кувырок и страховка. И страховка, группировка, захватывает колени и встает. Делаем три шага, два шага вперед, обходим и становимся в колонну туда. Вика, покажи еще. Посмотрите, шаг, оп, два шага, раз, два, и уходишь туда. Понятно? Да? Сейчас я. Да. Мне тоже жарко. Так, раз, два, три, четыре, пять.
здесь. Все. Гриша, Григорий. Да, здесь. Андрей сюда. Мы пойдем сюда. За нее. Так, дальше. Руслана. Два шага. Скажи, три шага и на бой. Девочки, еще. Руслана сюда. Вика сюда первая. Раз, два, сюда. Вы посадите. Так. Сколько здесь человек? Три. Четыре. Я сказал, ты впереди, Руслана. Назад. Все ушли назад. Все ушли назад. Ты переходишь туда. Еще раз, когда зеваем, закрываем рот. Кашляем, закрываем рот. Так, три, четыре, два. Кто-то из девочек перейдет сюда? Или тут останется? Что они опять я спрашиваю? Кузя. Итак, первые номера. Вика, раз, два, первый номер, первый номер. Первый номер. Приготовились, делаем кувырок. Внимание. Оп! Кувырок. Ушли и встали назад. Кто? Вторые номера. Готовы? Хаджина. Кто? Ушли. Третьи номера. Хаджина. Группировочка. Группировочка к Карине. Следующее. Стоп. Одну секундочку. Встать сюда. Вот он молодец. Значит, посмотрите внимательно. Как сейчас работает? Артем делает кувырок. Да. А Дан не делает. Пока Артем не ушел сюда, он не делает. Когда Артем ушел, делает он. То есть у вас по очереди. Готовы? Хаджина. Шестина. Тренировка. Как помогает кушать? Во-первых,
Обязательно обед горячий должен быть. Это должно быть. Вы, когда сделают пробу, вы будете ходить кушать. Вам, может, пища не нравится. Пища была хорошая. То есть, если вы скушали, вам плохо после меня, это плохо, такую нельзя кушать. То есть она испорченная может быть. Ну, все может. Все может быть. Раз в году стреляет ружье, которое висит на стене. Значит, еще раз. Обязательно горячее должно быть. Обязательно. Если вы горячее, то если вы будете кушать пить кока-колу, там, пирожки жрать, вы испортите желудок. Вы не сможете тренироваться. У спортсмена должно быть здоровые зубы, не должны болеть. Больные зубы, плохо кушаете. Плохо кушаете, нет сил тренироваться. Я когда в армии был, я кушал все, что можно. Черняк, хлеб, все для того, чтобы силы были бегать кровь, чтобы что-то делать. Пусть она снимет кимоно, посидит пару минут. Еще раз, обязательно надо будет кушать. Нельзя кушать жирное. Николай, Даша. А нет, Руслан. Так, ты не везешь. Эй, жирное нельзя кушать. Масло, сметану, перед тренировкой. Да, мясо нельзя кушать на шар. Первое. Супчик. Хлебушек, да. Но нельзя много жидкости, нельзя много воды. Да, мы спать много. Все будет другая века, Да, на тренировке. Никакой воды. Посмотрите на себя. Посмотрите. Вот на него, Артем. Посмотрите, у него какие щечки. Вода выходит. Вот он туда, он уже тренироваться не будет. У меня время покушать. А, время покушать? Да. Хорошо. Хорошо. А где твой этот холодильничек? Я вас не знаю. Слушай, можно каким? Не поднимай, пожалуйста. Да вот здесь урок. Еще раз, нельзя кушать перед тренировкой. Но перекусить надо. За час можно сделать обед. А как ведь? Бутербродом можно? Можно. Вот очень хорошо чужие пахнут. Вот, например, Вика принесла бутерброд, а ты съел. Классно. Это прекрасно. Стоп. Вы поняли, да? Будьте внимательны, а то вы когда наклонитесь вперед, вам плохо станет. Вам начнут сметана, нет. Сметана, вы хотите, это, конечно, плохо. В воде напился, желудок. Все, руки отекают, пот течет. Все, приготовились, кувырок делаем. Приготовили. Сейчас на сетку будем делать. Встали. Девочки, Двое пасы на пол. Девочки, и на пол. Поехали. Приготовились. Первую руку подняли. Отжимаем. Пошли кувырок. И ушли. Вторые номер на руку подняли. Отсюда. Вот. Видите? Сделали кувырок. Нужно что сделать отсюда? Оп. И встать, когда оценка выше. Третье. Отсюда. Умница. Ты падал? Вот ты представляешь, что ты на асфальте. Где нога здесь? Ножки вот так. Ушел. Приготовились. Отсюда. Умница, но колени должны быть, вот голова должна проходить между коленей. Если колени здесь, ты лбом ударяешься в колено. Молодец. Готовы? Пожалуйста. Следующее. Пожалуйста, самостоятельно пошли. Делаем по три раза. Делаем, отжимаем самостоятельно. Так, еще одна минута, не очень хорошо.
для страховки ты хорошо сделала. Умница. 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 Так, стоп, Матер. Матер, встали на свои места. Боец, туда. Вы. Вы остаетесь. Вы. Николай, перейдите сюда, пожалуйста. Знаете, где это? Прошу вас, представьте сюда. Вы остаетесь. На оценку делаем кувырок. На оценку. Там. Друг за другом. Одну секундочку. Сейчас я поставлю. О, вот так. Эту я выключу.